Мы с вами начинаем третий раздел из малых пророков, из курса малых пророков. Three prophets written to Israel, three to Judah. Мы с вами уже отмечали, что три пророка обращались, адресовали свои послания к Израилю, три пророка к Иуде. Three that we call the pre-exilic prophets. А трех пророков мы называем пророком до пленения, в допленный период. And then three are post-exilic. И три пророка несли свое пророческое служение в послепленный период. And today we begin the pre-exilic prophets with the book of Nahum. Сегодня мы начинаем рассматривать пророков, которые писали до пленения, с книги пророка Наума. Now, I'm going to set the stage for just a moment with the historical background to the pre-exilic prophets. Немного слов об историческом фоне вот этого периода времени. These three prophets are Nahum, Zephaniah, and Habakkuk. Мы с вами говорили о том, что пророки, которые писали до пленения, это Наум, Сафония и Аввакум. These three were primarily given during the reign of good King Josiah. Все они писали преимущественно в одни правления, в одни царствования благочестивого царя Иосии. Habakkuk was written a bit later than that. Аввакум писал немного позже. But with the reforms of Josiah still in his mind. Но вместе с тем он обращал внимание на то, какие реформы Иосия проводил в государстве, в стране. The kings of Judah had taken a very up and down road. Цари Иуды поднимали, то поднимались вверх, то опускались вниз, как бы проделывали вот такой зигзагообразный путь. If you follow through in the book of 2 Kings, you will find this. В четвертой книге царств можно обнаружить. Ahaz was an evil king. Что Ахаз был нечестивым царем. His son Hezekiah was a godly king. Его сын Иезекия был благочестивым царем. His son Manasseh was a very wicked king. Был очень злым царем. As was his son Ammon. Также как и его сын Амон. Followed by Josiah, who was a godly king. А потом Иосия, который был благочестивым царем. But every king after Josiah was a wicked king. Но все цари после Иосии уже были нечестивыми царями. And Judah never recovered from the horrible idolatry and wickedness of the reign of King Manasseh. Иуда так и не оправилась от жестокости и от идолопоклонства, которое было во времена Манасии. And it really was because of Manasseh's wickedness that God decreed Judah would be destroyed. Именно по этой причине Бог и постановил, Иуда будет разрушена. All right, Nahum. Итак, пророк Наум. We believe that Nahum was written around 625 BC. Представляется, что эта книга была написана примерно в 625 году до нашей эры. We don't know very much about Nahum. О Науме нам мало что известно. Almost nothing about his personal life. Практически ничего нам не известно из его личной жизни. But we do read that he is, well, from the city of Elkosh. Но мы с вами читаем, что он был елкосиянин. Unfortunately, we have no idea where Elkosh is. Мы, к сожалению, не знаем, где расположено это селение или этот город, откуда родом Наум. One thought that I like is the possibility that he is from the region of Capernaum. Одна из версий состоит в том, что так раньше назывался Капернаум. Возможно, или этот сам город, или какой-то городок поблизости. This is a city, of course, where Jesus had some dealings. Мы знаем, что в этом городе бывал Иисус Христос. And the word Capernaum actually means home of Nahum. И слово Капернаум так и переводится, город Наума. But that may actually just be legend, so we really don't know. Но эта версия может быть всего лишь легендой, поэтому мы не можем наверняка утверждать, что так оно и есть. The prophecy of Nahum deals solely with the destruction of Nineveh. Пророчество Наума полностью посвящено проблеме, теме разрушения, истребления Ниневии. And the predominant theme is the wrath of God. И главная тема этого пророчества – гнев Божий. Jonah was written about the same theme about 150 years earlier. И он написал примерно о том же, о чем писал Наум, но за 150 лет.
But на 150 лет раньше. After Nineveh repented at the preaching of Jonah, they went back to their wicked ways. После того, как ниневитяне покаялись после проповеди Ионы, они снова впоследствии вернулись к своим злым путям. And so now the time has come for God to decree judgment on Nineveh. И вот сейчас Бог провозглашает суд над Ниневией. And the whole Assyrian Empire. И не только на Ниневе, но и над всей Ассирийской империей. And I may mention this one or two more times, but the date of the fall of Nineveh. Я, возможно, упомяну это еще не однажды, но дата падения Ниневии. Is 612 BC. 612 год. And she was destroyed. До нашей эры Ниневия была разрушена. By the combined forces of the Babylonians and the Medes. Вавилонянами и медянами. 612 год до нашей эры, падение Ниневии. One thing that... от руки вавилонян и медян. And one thing that will be very important as we study this book. Очень важно помнить по мере изучения этой книги то. Is to note that the city of Nineveh was actually built on the Tigris River. Что город Ниневия стоял на реке Тигр. The Tigris ran through the middle of the city. Тигр протекал по городу через город. And this map is intended to show the city of Nineveh. Вот на этой как бы схематической карте мы видим расположение города Ниневия. Here is Israel and Judah. Здесь Израиль и Иуда. And this is the travel route one would follow to go from Nineveh to the Holy Land. А это тот путь, который человек обычно предпринимал, проделывал, когда шел из Ниневии в Святую Землю. So we always refer to Babylon or Assyria coming to Israel from the north. Именно поэтому вавилоняне, ассирийцы приходили в Израиль с севера. And it would seem to be quicker to go straight to the west. Кажется, что гораздо быстрее было бы добраться, если идти с запада. But this is the Arabian Desert. Но no one travels across Аравийская the Arabian пустыня, Desert. Через которую никому не хотелось проходить. So, this is where Nineveh is, on the Tigris River. Итак, обратите внимание, здесь расположен город Ниневия на реке Тигр. We're going to begin by reading the first six verses. И мы с вами начнем уже читать стихи с 1 по 6. Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Елкасиянина. Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако пыли от ног его. Запретит он море, и оно высохнет, и все реки иссякают. Вянет в осаны кормилы, блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицем его, и вселенная, и все живущие в ней. Пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним. Okay, this statement of wrath is all against Nineveh. Смотрите, весь этот гнев, о котором здесь идет речь, направлен на Ниневию. There is a middle section where the prophet describes nature in upheaval. In verses 3-5. С 3 по 5 стихи рисуется картина такого опустошения. And you'll notice that in this one passage, God's vengeance is mentioned three times. Обратите внимание, что в этом небольшом отрывке месть, слово месть или производное от этого слова упоминаются три раза. The thought is that if God is able to bring mountains down and destroy the creation. Здесь проводится мысль о том, что Бог может и горы рассечь, и море иссушить, и так далее. То есть Бог может, как Он сотворил весь этот мир, так же Он может его и разрушить. Then no people or nation can stand against Him. И никакой народ, и никакие люди не могут устоять против Него. Notice particularly that God mentions, or that the prophet mentions water and fire. Обратите внимание, что здесь пророк упоминает воду и огонь. And that will become very important later on. Немного позже эти два понятия будут очень важными. And then let's read verses 7 and 8. 7 и 8 стихи гласят: «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Во всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак». Now, remember, at this time, the nation of Judah
had witnessed the destruction of her northern sisters in Israel. Помните о том, что в это время Иуда видела разрушение, разорение своей сестры на севере, так and, сказать, то есть царство Израиля. And Assyria was still the dominant world empire at this point. И в то время Ассирия оставалась могущественной империей, которая доминировала во всем мире. And he is reminding Judah that the Lord is your stronghold. И сейчас он напоминает Иуде о том, что Бог есть крепость его. So this is a verse of tremendous comfort for them. Так что для них эти стихи должны были стать большим ободрением и утешением. The reference, though, to an overwhelming flood. Однако в восьмом стихе говорится о всепотопляющем наводнении. Is something that will be the source of great comfort for the Jews in just a little while. Которое и будет большим утешением для Иуды буквально скоро. And we'll come back to this. И мы вернемся к этой мысли немного позже. Now, the judgment that is actually decreed against Nineveh is found in verses 9 through 15. С 9 по 15 стихи мы читаем о суде, который грядет над Ниневией. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Ибо сплетшиеся между собой, как терновник, и упившиеся, как пьяница, они пожжены будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивых. Совет нечестивый, так говорит Господь, хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать, и ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. А тебя, Ассур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем, из дома Бога твоего истреблю истуканов и кумиров, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир, праздную Иудея, праздники твои, исполняя обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничижен. Now God is decreeing the eventual destruction of Nineveh. Итак, Бог определил окончательное истребление Ниневии. And the first part of this destruction actually came and it's recorded in Isaiah chapter 37. И первая часть вот этого разрушения об этом записано в Исаии 37 главе. And 2 Kings chapter 19 in the days of Hezekiah. И в 4 книге Царств 19 главе в дни Иезекии. That records the story of 185,000 Assyrian soldiers. Там записана история о том, как 185 тысяч ассирийских солдат who were struck dead by the power of God outside the city limits of Jerusalem. Были умерщвлены Богом за пределами города Иерусалима. That was sort of the beginning of the end of Assyria. Можно сказать, что это начало конца Ассирийской империи. But they actually continued on as an empire for quite some time. Но вместе с тем эта империя еще продолжала свое существование после того события какое-то время. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. In verse 10, there is a description of a tangled mess of briars and thorns. В 10 стихе говорится, рисуется образ терновника, сплетшийся между собой, как терновник. And that is a picture of Assyria. Это образ Ассирии. The best way to deal with a tangled mess of thorns is to simply throw it all into the fire. Что можно сделать вот с таким клубком терния? Разорвать их невозможно. Можно просто бросить в огонь. And there is coming a day, Nahum says, when God is just going to throw the whole thing into the fire. Наум так и говорит, грядет день, когда эти сплетшиеся тернии будут брошены в огонь. Notice the great picture of freedom and joy at the end of this passage. И в конце этого раздела, в конце этого кусочка отрывка, мы читаем о великой радости. There'll be peace, they will celebrate their festivals, которую Бог пошлет Иудеи. Вот на горах стопы благовестников, возвещающего мир, праздную Иудеи и так далее, будет мир. And whenever we see those words about the wicked one passing through you, И всякий раз, когда мы читаем слова, не будет более проходить по тебе, нечестивый. We are drawn to think about the Egyptian experience. То нам на ум приходит Египет и египетское завоевание. Either passing over or passing through. Passing over is a picture of God's salvation, passing through a picture of judgment.
Помните, мы уже говорили о том, что Passover, так по-английски называется еврейская Пасха, то есть пройти мимо. Пройти мимо значит не затронуть, не умертвить того, мимо кого ты проходишь, а проходить по, это значит как раз пройтись по и умертвить, и убить, наказать и так далее. It's so important for us to realize how, how central the Egyptian and Exodus experience was in the mind of the Jew. Нам нужно всегда помнить о том, насколько огромное значение для любого еврея имел опыт исхода и опыт египетского плена. They constantly went back to those experiences in their minds whenever they needed encouragement. Всякий раз, когда еврейский народ нуждался в ободрении, они вспоминали как раз те времена, времена исхода и времена египетского рабства. Just as we today always go back to the cross of Jesus. Как и мы сейчас с вами, христиане, постоянно возвращаемся к Иисусу Христу и его смерти крестной. The cross is central for us, just as the Exodus was central for them. Так же, как для нас крест является символом на все времена, так и для них исход являлся таким тоже символом и имел большое значение. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.